старший из братьев Рюрик прибыл в Новгород, Синиус на Белоозеро в область финского народа Веси, а Трувор в Изборск. Земли эти были названы тогда Русью по имени князей варяга русских. Два года спустя, в 864 году, по кончине Синиуса и Трувора, старший брат их Рюрик, присоединив области братьев к своему княжеству, основал монархию российскую. Кроме этого, он приобщил к своим землям окрестности Чудского и Ладожского озер, некоторые финские племена, и народы Весь, Меря, Мурома, наконец, обратились в славян.